Хай-хай! Друзья, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на суши и роллы, запеченные темпура. Такие я еще не заказывала. Это все вышло в 3000 рублей. Там, ну, 3, 100 и 2... А, 3 колы, одна подарочная. Сейчас, ребятки, будем с вами отвечать на вопросики. Прям сразу? Ну, не сразу, сейчас мы немножко покушаем. Это вот. Я вам сейчас только жрать буду. Тут какой-то соус заказала. Уже забыла, как называется. Настя, тебя не видно, ты всегда за камерой где-то ешь. Открой мне соус. Тоже, блядь, не могу своими когтями взять. Ребят, друзья, как у вас дела? Как настроение? Вот такой у меня был ролл. Это немножко придавилась у него шапочка. Давно уже заказывала, года, наверное, 2,5 назад. Тоже запеченный. Забыла название, правда. Он такой прикольный. Весь такой скользкий. Тут, по-моему, угорь идет. Вот, видите? Сейчас я его оприходываю. Шапочка такая у него. Ух. Не. Такая прям. Спасибо. Забыла, как соус. Очень вкусный. Ребят, всем приятного аппетита. Можно я вот этот вот руками как-то? Тут, по-моему, угорь идет. Палки убери отсюда. Говоришь, не видно меня в кадре. Куда я это еще положу? Я в руку беру. Поздравляю. Угу. Как вкусно. Ну, порвался. Угу. От начинки треснул. Да. Вон. Какой нижняцкий. Тут вообще ничего жевать не надо. Тут креветка, огурчики, сливочный сыр в темпуре. Ребят, как у вас дела? Как настроение? Вот этот прям сливочный мега-бомба. Тут лосось, огурчик, сливочный сыр. Себе забери. Кодирует она мне тут. Ну что? Очень вкусный соус. Итак. Ура, я проснулась и накрасилась. Марина. Марина, тебе привет. Огромнейший привет. Галина, Настя, если бы у вас была возможность загадать 3 желания, и они бы точно исполнились, то какие желания вы бы загадали? Вопрос первая к вам квартира. Обеим. Квартира. Вторая машина. Машина. Третий мотоцикл. У меня третья. А зачем, если... 3 желания. Подожди, 3 желания общих или как? Вот надо уточнять. Твои 3, 3 мои. Какая разница? А, ну, 2 у нас квартира. С тобой общих. Нет, первая квартира. Второе. Безлимитная карта. Нет, золотая лимита. Карта. Да, безлимитная. А не важно, какая золотая, серебряная. Безлимитная просто карта. Угу. А третий мотоцикл. Мотоцикл. Черный, матовый. О. Приветик. Я не знаю, может быть... Так, Ася. Ася, привет. Не знаю, может быть, такой вопрос был. Сколько Насте лет, учится, работает ли она? 17 учусь, в 11 классе. Так. Неизвестный. В каком городе живете? Город Ухта, Республика Коми, ребят. Так. Ловы.
Тебе приветик огромный. Привет. Вопрос, можно ли обзор на Настину комнату? Нет. Нет, это комната подростка. Ну, какие обзоры, ребят? Мы не снимаем влоги. У нас канал Мукбанги. Да. Кушать мы любим на камеру. Только еда. И ничего больше, кроме еды. Во сколько лет вы бы хотели стать бабушкой? Я вообще не хочу быть бабушкой, ребят. Ну, какие бабушки? А это вкусно? Сколько Насте лет? 17. Очень вкусный. Так. Оля Шек. Тебе огромный привет. Здравствуйте, Настя и Галина. Какая пицца вам больше нравится? Назовите две пиццы. Сырная, пепперони. Сырная? И, наверное... А что внутри? С ветчиной и сыром. Это что, болгарский перец? Это... Нет, там нет перца. Там рыбка. Ты попробуй. Какой перец? Он вообще, он просто расплывается во рту, ничего жевать не надо. У меня сырная... И, наверное, с ветчиной и сыром я люблю. Так, Ежи, тебе огромнейший привет. Первый вопрос. Что для вас главное в жизни? Так, я хочу... А я ела раз, два, три, четыре, пять. Я, наверное, не ела этот ролл еще. Это темпура. Темпура-ролльчик. Сейчас, секунду, сейчас прочитаю. Ну, такое. Он как будто солено-сладкий. Не мое. Вот это? Угу. Что для вас главное в жизни? Я даже не знаю. Самое главное в жизни – это жизнь. Это жизнь, да. Жить и радоваться жизни. Вы экстраверты или интроверты? Был такой вопрос. Я и то, и то. Я не помню, как он называется. Ну, короче... Я и экстраверт, я и такая, ух. И интроверт такая. Какое блюдо вы бы хотели попробовать? Я бы бешбармак с удовольствием попробовала. Я бы всю корейскую еду попробовала. Кимчи, их вот корндоги вот эти. Потом я не помню, как у них называется. У них вот такая же штучка, но это не роллы. Я не помню, как она... Называется. Там растягиваешь, как корндог, сыр внутри или сосиска. Угу. Да? Вот, и токпоки. Токпоки я ела в Питере, они острые. Но это все-таки не то. Надо именно корейского, чтобы кореец готовил. Такой вопрос уже был, но задам его еще, уже Насте. Какая черта в характере вашей мамы вам очень нравится и какая вообще не нравится? Черта характера? Угу. Ну, понимание. Нравится. Да. Нравится. А не нравится? Не нравится. То, что она мне указывает. Мне бесит, когда мне люди указывают. Хотя я понимаю, то, что иногда это хорошо, что она указывает, типа, на благие поступки, но у меня есть своя голова. Поэтому мне это бесит. Ой, бесячка. Дальше. Как вы считаете, что самое главное в длительных и крепких отношениях? Взаимопонимание. Взаимопонимание. Любовь, уважение. Да, и уважение. Взаимопонимание и уважение. Я просто забыла, как это слово называется. Уважение такое. Вулкан. Я поймала. Я спайдермен. Сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота, 6 января. Угу. Этот видос вы увидите сегодня, 6 января. Без 10:03. У меня сегодня в 7 фильм «Бременские музыканты». Буду его смотреть. Так. Дальше. Идем дальше. Тимур. Тебе огромный еще привет. Вопросы общие. Верите ли вы в чудеса? Верим, я верю. Я верю. Иногда в нашей жизни чудеса, ну, сбываются. Так, какая у вас любимая книга из детства? У меня любимая книга из детства – «Томик в стране кенгуру». Очень старая. У тебя? Даже сказок нет любимых. Какое самое странное событие происходило в вашей жизни? Самое странное.
Было у меня такое. Я когда в лагере была, я иду с девочкой в столовую, потому что мы опаздывали. Там уже все ушли, а мы последние остались. Мы такие собираемся, выходим. Перед нами идет мужчина. Идет. Он заворачивает за дом, и мы где-то через пару секунд, наверное, тоже заворачиваем. А его нет. Он пропал. Там ни подъездов, там ни дом длинный был. То есть он зашел за угол, и все, он пропал. Мы все вот так оглядели. Это паранормальная вообще мистика какая-то у тебя. Это странно. Mm-hmm. Это было очень странно. Мы еще такие, в смысле? А куда? Это прям запомнилось. Так, канал «Хорошего человека». Канал, тебе огромнейший привет. Есть ли у вас принц? И как вы представляете идеального мужика? Это кому вопрос? А нам обоим. Ага. Какой принц? Принц? Принц Египта, что ли? Идеальный мужик? Идеальный мужик. Для меня идеальный мужик — это, короче, не знаю. Мы даже с тобой заставку сделали. Две чмурихи. Ну, можно начало найди в начале. Ну, идеального мужика. Я не знаю. Ну почему? Качок, дрыщ, нет, какой-то шнурок, алкаш, куряга, нет, быдло. Нет. Как, ну а кто для тебя идеальный мужик? Как его? Подтянутый, не перекачанный. Стройный. Да, подтянутый, стройный. То есть, ну, мышцы, да, есть, видны, но не перекачанные. Мне не, вот это не нравится, то что ж, вот это все мышцы вот ужасно выглядят. Чтобы в пиджаке, ну это вы все слышали, то, что я говорила. Мне нравится, когда мужчина ходит в пиджаках. Да. Ухоженный, добрый, заботливый. Добрый, заботливый. Все характеристики. Ну, с юмором. Да, с юмором. Это обязательно. Если человек мужик без юмора. Любвеобильный. Вот такой вот. Вот это вот просто. Да. Дом или квартира? Что бы вы выбрали? И который еще который, он не будет говорить, что мое увлечение говно, и будет с радостью со мной что-то делать. Такая вообще. Это все, это мужчина мечта. Дом или квартира? Что бы мы выбрали с тобой? Я думаю, дом. Я бы тоже дом выбрала. Только небольшой, не дворец какой-то. Типа такой? Ну, такой. И не средний такой прям, это, а такой ближе к среднему. Чтобы, например, на первом была кухня, санузел, их спальня, ее спальня, почему их, ее спальня, как вот еще, ну, гостевая зона, типа диванчик, телевизор. Гостиная. Ну да, типа там все вот это вот, твой как раз вот это вот фигня. Конечно, дом. А второй этаж — это моя комната, ясно, еще санузел. Возможно, гардеробная для меня, потому что у меня вещей. И еще какая-нибудь терраса, балкон, типа туда выходить летом, сидеть там, что-нибудь. Ну, большая терраса. Ну, понятно, короче. Ну, такой маленький домик. Да. И чтобы площадь маленькая, да, была. Да, да. И ухаживать. Прогулка по лесу за грибами или оторваться на дискотеке? В лес за грибами. Оторваться на дискотеке. Я в лес не хожу. После медведя. Какой айфон у тебя? У меня 13-й, обычный. Чкаус. Айфон спрашивает. 13. Кикаю. Емо. Лучше. Лучшие на хейт не обращайте внимания. Вопрос. Настя, что говорили учителя и одноклассники по поводу красных волос? Да ничего. Говорят, что мне очень идет, типа, где я красилась. А еще сейчас я же староста в классе, а некоторые даже не знали. А если кто-то и знал меня, ну то, что я староста, они запоминали то, что у меня красная голова. Типа староста с красной головой. Эльнара Ханкишиева. Какую Настя любит жижу? О, ну, у меня сейчас хаски. Ну, хаски хорошая. Мишки, хаски тоже неплохо. Ашкюди раньше парила, потому что у меня был... Кушай, таки, пожалуйста, ты еще там. Когда ела-то? Ролл в рот засовывай. Я наелась. Да шучу. Вот. Какая-то вот в голове вертится, не помню. Морс очень вкусно, вот правда. И бошки.
Мне вот один раз зашла одна жижа бошки прям вообще. А найти я ее вообще не могу нигде. Сколько бы не перенюхала эти банок вообще. Раньше первая самая моя жижа была, это бруска. Давай не будем долго расчехляться по вопросам. Такое говно, фу. Не парите, бруска. Погнали дальше. Любовь Козлова, тебе огромнейший привет. Привет. Насколько Настя уходит в школу и приходит с нее? Ухожу в основном в 4 вечера. Прихожу, ну... Мне вот это понравился. В 8:30. То есть у меня уроки заканчиваются в 20:15. Вечерняя смена, вечерняя школа. Да, 20:15. И 10-15 минут мне на дорогу. Какие у вас любимые напитки? Газировки и так далее. У меня сок, не газированный я люблю. Вот у Насти кола. У меня кола и мохито обожаю. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, в какой бы год вы вернулись? Я бы в 90-е вернулась с удовольствием. Ну, я вот тогда еще не родилась. Ну, меня там не было. А я бы, наверное, в 19-й или 18-й год туда бы вернулась. Вопрос от Ирины. Ирина, тебе огромнейший привет. Привет, родные. Приятного вам аппетита. Спасибо. Так, что смотрите на Новый год? Ну, старые фильмы, там, Иван Васильевич меняет профессию. Сейчас я вот вчера или позавчера смотрела «Человек-паук 3». Тема. После Нового года как долго у вас стоит елка? До 14 января, до старого Нового года. Настя, какого бы домашнего животного хотела? Я бы хотела ласку. Она такая прикольная, гибкая, такая беленькая. Ну, если я правильно говорю, конечно, потому что есть ласка, есть... я забыла, как они называются. Еще порода похожая. Ну, ласка вроде, ласка, да. Настя, что бы ты хотела получить на свой день рождения? Деньги. Много денег. Главное, много, потому что это 18-летие. В районе 30. Это максимум. Меньше 25 не принимаю. Ешь. Потому что мне надо со всеми друзьями отметить. Мне нужно один день, во-первых, с вами. Потому что это как бы да, надо. Потом с подругой лучшей, Ксенией. То, что мы 9 лет, как-никак. Почти 10 уже. А потом уже с остальными. Вот это все. Себе Машуля, купить. Машуля, тебе огромный приветик. Приветик. С кем Настя отмечала Новый год? Есть ли молодой человек? Нету. Хватит у меня. Это 25-й вопрос, блин, уже. Она с нами, со мной отмечала Новый Сначала, год? Сначала, да, потом ушла гулять. Покаталась на горке, пошла к подруге, там выпили и пошла домой. Все. Какой у Насти рост и вес, если не секрет? Спасибо. Вес я говорить не буду, рост 170 почти. Я не помню. Ну, ближе к 170. Вес я говорить не буду, потому что я не знаю. И не буду говорить. Так, вопрос от Маши Савуковой. Огромнейший тебе привет. Привет, с Новым годом. Очень люблю вас смотреть. Хотела вас спросить. Тип личности. Тип личности? У меня такую фигню проходила. Тип личности. У меня этот был. Я забыла, как он называется. Нужно еще сожрать. Еще что-то сожрать. Ну, он, короче, связан с тем, то, что я и могу командовать людьми. Я похожа на тренера. Ну, у меня близок тип личности к тренеру. Близок очень. И вот я не помню просто название этого тип личности. Тип темперамента. Темперамент? Что такое темперамент? Это темперамент. А? Темперамент? Это темперамент. Ну, а что с этим связано? Что за этим стоит, мам? Вот она зла сейчас свой ролл в рот положила, чтобы мне не отвечать, потому что сама не знаешь. Мы не знаем. Следующий вопрос. Самая заветная мечта. Это вопрос? Да. Кушай, пожалуйста. Самое заветное это встретить Stray Kids, пойти к ним на концерт. Очень хочу. Очень хочу к ним на концерт. А заветная мечта у меня квартира. Самое главное качество в человеке. Главное. Угу. Я говорю, взаимопонимание. За ним и подкладывается уважение, потому что тебя человек понимает. Доброта. Доброта. Карьера или семья? Семья. Я не знаю.
И то, и другое. Счастье в деньгах? Да. Нет. Шучу. Насте очень идет черный. Можете передать, пожалуйста, привет? Ну, передали. Спасибо. Так. Не, так-то я знаю, Даша, что тебе огромный привет. Что вы больше всего цените в человеке? Вы говорили уже. Какие черты характера вас привлекают в людях? Говорили. Какие блюда ваши самые любимые? Говорили. Говорили. Дарья, прости, но мы все это говорили. ВНКВК. Валбрис, короче, какой-то. А какая реакция будет у Насти, если у вас появится молодой человек? Да никакая. Это какая разница? Ну. А вот какая у нее будет реакция, когда у меня появится молодой человек? Я даже с мальчиком за ручку не держалась, о чем. Нравится ли Насте своя внешность? Да, обожаю. Есть тату и хотите вообще? У меня две. Да, я хочу. У нее нет. Я хочу. Очень. Не надоедает, когда под видео задают вопросы, на которые ответили в этом же видео. Надоедает, это бесит, это вот тут сидит. Я, конечно, понимаю то, что люди не видят, ну, они сами не читают другие вопросы, но было бы очень удобно, если бы вы, прежде чем писать свои вопросы, писали, какие уже задавали, потому что так намного удобнее. И надо смотрели. Да, видео не смотрят люди, вообще не смотрят и задают вопросы. Не, ну есть те, которые сразу на которые мы только ответили. Задают. Алиса, тебе приветик. Привет. Настя, почему ты стала курить? Не хейт. Алиса. Тихо. Ну почему, если ты Настя сказала, почему она заработала? Тут это Алиса, я сказала. Она включилась. Почему ты стала курить? Я? На 14 лет я очень сильно напилась. Ну, это было первый раз, когда я напилась. И, короче, мне предложили покурить. Ну, я сама хотела попробовать. Попробовала, мне не понравилось, когда думаю, фу, что за говно. А потом, когда мне исполнилось 15, я попробовала с кнопками, и мне поняла, ну, мне уже зашло. Так. То есть я сама как бы хотела. Ксения. Не это. Ксения, приветик. Привет. Вопрос, какое отчество у Насти и у Галины? Рустамовна Владимировна. Можно привет? Так. Ко мне по имени и отчеству обращаться Анастасия Владимировна. Да-да-да. И рассыпаться в поклонах, пожалуйста. Да. Не могу нажать, мне вылезает фигня какая-то сейчас. Пальцы жирные. Рима Бузайжи, тебе приветик. Так, можно привет? Можно. Вопрос, Настя, какой тип парней тебе нравится? Говорили. Верунчик Курск, 56-78. Тебе приветик. Какая ваша самая заветная мечта? Говорили. Как думаете, она исполнится? Надеемся на это. Наллер, тебе приветик. Надо что-то делать, вопрос чтобы к Насте. Сбылось. Хотела бы ты посетить столицу аниме Лаос? Да, я не знаю, что это, но я хочу. Я услышала аниме, и все, хочу. А где это? Вообще не знаю, где это. Можешь написать, пожалуйста, где это вопрос находится? Вопрос Галине, как уложить такую же челку хорошего вечера? А никак, просто так. И все. Берешь такую шарообразную расческу, феном мокрые волосы. Так. Это раньше так делали в 90-е, девки. И лаком, и все. Даже я знаю, что я это каждый день вижу. Так. Малефисента влог. Приветик. Малефисент. Вопрос для Насти. Сколько раз Настя красила волосы? Дофига. Много. Во сколько лет Настя покрасила волосы в первый раз? В 13 кончики, в черный. Она мне покрасила. В 14 я в синий покрасила, в темно-синий. Микокотка, привет. Какой мне красилась. У Насти айфон модель? 13-й. Айфон. Что лучше, Samsung или яблоко? По мне Samsung. Ну, по мне яблоко. Оно гораздо удобнее в использовании. У меня два Samsung. Вот этот, на который снимаю. Да. У меня тоже Samsung, и мне намного удобнее, чем с айфон. Чипс, привет. Вопрос, какой у вас любимый бренд косметики? Вообще неважно. Все, что хорошо красит, тем и буду. Я даже из фикс-прайса крашусь, сода, мне пофигу. Сода хорошая. Еще вот эта корейская вот появилась у нас. Угу. Ю, что-то там. Угу. Зелененькая такая. Какой у вас любимый тоже хорошая писатель, поэт? Масян Тунцю. Наш, русский? Нет. Он писатель же. Какая Пушкин. Разница, где Пушкин. Написано, что там русский. Какая любимый у вас любимая писатель. Марка телефона? Samsung. iPhone. Какие у вас любимые цветы? У меня гипсофилы. У меня полевые. У меня гипсофилы. Что вам больше нравится, платье, юбки, штаны, шорты? Штаны, шорты. Шорты. Сколько Насте лет? 17. Скоро 18. Трэш. Джен Руби, тебе привет. Привет.
Вы очень милый и красивый. Канал ваш просто супер. Продолжайте в том же духе. Спасибо большое. Какой ваш любимый цвет? Черный. Черный, фиолетовый, красный. Ну, хотя потом, что мы сидим тут как две чернышки. Непонятно. Ну, у меня по глазам можно видеть. В кого красный. Вы влюблены из знаменитостей? Лидонук. Ни в кого. Лидонук. Что вы больше всего цените в друзьях? Ибанчан. В друзьях. В друзьях. В людях. Готовность прийти на помощь. Доброту, юмор, позитив. Готовность прийти на помощь. Какой момент больше всего запомнился в вашей жизни? Когда я была на море. Путешествие? Когда я была на море. На машине. Когда я только увидела море. Какой самый значимый подарок вы когда-либо дарили или получали? Значимый подарок? Ну, у меня телефон, телевизор, беговая дорожка. Очень значимые для меня подарки. Для меня значимые, которые с душой дают мне. Да, с душой. А не просто типа, вот это будет тебе премьера. Подарок. Типа, а типа, мы уже ничего не жрем, просто типа, сидим, отвечаем на вопрос. Вот это вот я люблю, а вот я не помню. Я вообще не помню, что я людям, ну, забываю, что я дарю людям. Если бы вы могли обладать какой-либо сверхспособностью, что бы это было и почему? Летать. Летать. Я всю жизнь мечтала летать, прям с детства. Мне даже сны до сих пор такие снятся. А мне сейчас мало снов снятся, да. В задушеву. В задушеву. Какой рост у Насти? Говорила. Какую суперспособность хотели бы иметь? Говорили. Но я бы хотела еще читать мысли. Артемик, Артемик, тебе приветик. Куда именно вы хотите съездить? В Корею. В Египет. В Китай. Есть ли у Насти фигурки от Геншина? Да, у меня вот такая вот. Вот такая, не видно, ну такая большая. Карамель Омк. Вот такая. Вопросик, хотела бы ли бы Настя найти парня? Зачем? Это как будто вот моя обязанность быстрее найти парня. А второй вопрос. Хочет ли она детей в дальнейшем? Ну, в дальнейшем-то, в далеком дальнейшем, да, а сейчас нет. Мне моих братьев хватает. И то даже, если я вижу их... Привет, Кисуле, Маша. Галина, как бы вы отнеслись, если бы Настя была нетрадиционной ориентации? Шею бы свернула. Не надо. На 180 градусов. Нет, она нет, бы смотрела нет. в другую сторону. Я ее один раз спросила, то, что увидела в ТикТоке. Подожди, пока не читай. Мама, как бы ты отреагировала, если бы я сказала, что я лесбиянка? Это, например. Она говорит, ну, я бы расстроилась, конечно, то, чтобы внуков не увидела. А так это твой выбор. А сейчас что она говорит? Это все я переобулась. Ага. Я имею полное право на это. Нельзя переобуваться. Можно. Это ужасная черта. Переобувание. Вообще. Блин. Ну, короче, она говорила то, что ей аметист. Было бы жалко без детей остаться. Тебе приветик. Вопрос Насте. Смотрела аниме «Токийский гуль»? «Токийский гуль»? Только 2 сезона. Вопрос обеим. Какое время суток больше любите, ночь или день? Ночь. День. Ночь. Ночью я сплю. Вопрос Насте. Какое бы хотела внешность и какой характер своего будущего парня? Все, я запрещаю. Ну, внешность аниме... Я запрещаю вам писать мне что-то про парня. Все, харе. Мне это надоело. Запрещено. Мне что-то про парня писать. Я знаю, что такие вопросы уже задолбали, но все же. Вопрос обеим. Какой знак зодиака или знаки вам еще нравятся, кроме своего? Лев. Лев и... этот, как его? Стрелец. Стрелец. Лев и стрелец. Хэллоуин или Новый год? Новый год. Новый год... Настя, со скольки лет ты начала любить аниме? Вопрос от Саиды. Вроде с 15. Да. Всё, я осенью осталось. В 15 лет начала. Через тернии. Тебе приветик. Каким ребенком была Настена? Нормальным, абсолютно адекватным, нормальным ребенком. Не орала в магазинах, не билась в истериках. Купите мне это, купите мне то. Вообще адекватный ребенок, спокойный. Как считаете, обязательно нужно вступать в брак или можно просто жить вместе? Можно просто жить вместе. Вступать в брак не обязательно. Да. Это моя позиция. Конечно, это да, красиво. Типа, это почти каждая мечта у каждой девочки быть в белом платье. Выйти замуж, там все да, дела. Вот там. Но иногда это потом слишком муторно. Если, например, человек плохой, окажется. Алена 2. Приветик. Вопрос к Насте. Какой у ТГК у Насти? Просто я не нашла. Передайте привет. Бездомная. Бездомная ёпта.
Да. Ну все, ребятки, спасибо вам большое за вопросики. Мы объелись, мы тут уже половину там отвечали, просто сидели тупо на вопросики. Да. Пишите ваши вопросы, пожалуйста, смотрите внимательно видео. Да. Не повторяйтесь в вопросах, потому что это реально надоедает. Запрещаю вопросы про парней. Про парня мы больше отвечать на вопросы не будем, мы просто будем их игнорировать. Да. Все, ребят, спасибо, что покушали с нами. Пишите ваши вопросы. Пишите комменты, ставьте лайки. Всех обняли. Всем пока. Пока-пока.